давайте будем параллельно говорить. Давайте. С вашей помощью. Ну, чтобы беспредела не было, а то, знаете, люди бросаются. Кого бросаются? Ну, чтобы люди под машину не бросались, а машины не давили людей, мы вам апеллируем, чтобы вы вышли в плату, но мы забрали людей. Заодно можно пройти, собрать документ, составить постановление. Там есть водители в некоторых машинах. Да. Вот водитель первый. Заждались вас. Что у него там за мошка была? Федеральная прокуратура. Российская Федерация. Мне интересно, какой из этих слов его скучает? Сейчас забежим. Подочные, вы куда? Уходит. Побег, побег. Он какой-то странный водитель. Тебе не кажется? Такой момент какой-то. Просто не хочешь на камеру вот удостоверение показывать это. Отстранять будете? Кто? При какой процедуре? Будьте добры, документ. Пожалуйста. Еще один. А какая процедура-то, вы скажите? Процедура изъятия государственных регистрационных знаков, пока они находятся в розыске. Давайте я буду. Вы его там одного оставили? Столько желаний. КПМ посмотрим, что скидывает, да? Молодой человек, а можно вас поинтересоваться, а почему так получилось, что у вас регистрационные знаки в розыске? Только купили, да? Ну, бывает, бывает. Вот, обманули меня. Сейчас разбираться будут. Они пробивали по базе, когда купили? Вот так вот верить на слово. Говорит, только купил автомобиль, не знает. Да. Не, ну может быть действительно, но... В розыске, да? Да. Знаки в розыске. Но он говорит, только купил. Поэтому и получается, что у него вот эта наклеечка. Чтоб типа не... Прокуратура. А, и типа не знает, ага.
Слушай, а может его кинули? Давайте поможем пацану. Что он там делает? Слышишь? Что он говорит? Ничего не говорит. Фуфло подсунули. Просто замираем, да, блядь? У вас укатилось. Вячеслав, что происходит, скажите? Необъяснимо. Нет, ну сейчас мы присутствуем в предприятии номерной знаков, да? Да, вы же понятые. Мы с Тамарой ходим парой, понятые мы с Тамарой, да? Да. Нашли, видишь, что нашли? Только на видео снимайте, то есть личные данные. Мы знаем, да. Мы... Если Гриданин, конечно, не против, то у него... Нет, мы вас знаем. Меня, пожалуйста. Нет. Он просто не жалко. Попадает что? Просто. Получается, гражданин обманули, да? Так, не подсказывай. Взимают знаки номерные. Видишь, услугу оказали, парень, я так бы ездил, не знал. А вдруг на учет бы приехал ставить, да, его попадался, не уехал бы оттуда, да? А там же дается время вроде на это самое, на получение новых, или как? А из-за чего, Андрей? Из-за чего? Номера в розыске находились. Что написано? А что не пристегнуто, уезжает? А мне что-то показалось, что он не пристегнутый, да? И все? Без номеров машинка уезжает. Все потому, что номера у данного водителя находились в розыске. А если бы его кто-нибудь остановил там на посту, ну как, вот его же размурыжили бы, денег бы с ним собрали. Ну вот так и есть. На данный случай, конечно. Вполне вероятно, то, что если он из прокуратуры, да. Что, пойдемте дальше? На охоту? На охоту? Пойдем.